Страсть к сигарете – опасное увлечение, которое наносит огромный вред твоему здоровью. Сегодня мы открываем серию рубрик «Дыши свободно». Ты узнаешь, как бросить курить, на что заменить сигареты, самые распространенные мифы о курении, как звезды шоу-биза борются с вредной привычкой и многое другое. Итак, начинаем. Мы решили узнать, как молодые люди относятся к курящим девушкам. Очень негативно. Не люблю, когда девушки курят. А почему? Это не идет к ним. Она должна быть женственной. Курящая девушка неприятно пахнет и имеет неприятный вкус при поцелуе. Неприятно в компании, с ним неприятно целоваться, общаться. Конечно, можно сказать про медицинские факторы, что кожа становится плохой или что неприятно пахнет, но все-таки в основе для меня лично лежит более такой фундаментальный фактор, что человек должен быть свободным. Теряется вся ее женственность. Курение портит кожу, голос становится хриплым. Если человек не зависит почти ни от чего, значит, по-настоящему свободный. Друзья, будьте свободными. Не привязывайтесь к таким мелочам, как курение. Действительно, от этого легко отказаться, и после этого дышишь свободной грудью. Знаете, никто не любит целоваться с пепельницей, так что... Девчонки, не курите. Я замечаю, на улицах очень много курящих. И я прям вот, неважно, узнали меня, не узнали, просто говорю, бросай. Ты же молодая еще, красивая, тебе еще рожать. Сейчас у нас курит в 3 раза больше девушек, чем это было в 90-е годы. Это означает, что наши дети будут болезненными, и наши женщины будут умирать раньше. Ты куришь, ты сама себе наносишь не только вред здоровью, ты наносишь... серьезный ущерб своей привлекательности. Любая курящая девушка, она априорно проигрывает любой некурящей девушке. Вы бы подошли на улице к девушке курящей, познакомились? Нет, я думаю, что нет. Ну, то есть для меня это реально пунктик, на который я сразу реагирую. Я не подошел бы к девушке, которая курит. Я бы познакомился, но только на одну ночь, но для серьезных отношений я бы не хотел. Как видите, все опрошенные нами молодые люди подтверждают, что им не нравятся курящие девушки. Так что, девчонки, если вы все еще курите, срочно бросайте. Как это сделать и другие полезные советы о здоровом образе жизни, смотрите на сайте такздорово.ру. Не кури, дыши свободно.